Привет, мои дорогие любимые. Пришла за хлебом. Но я решила вам показать, что у нас сегодня на базаре. Потому что на чершембу я не успела в тот раз. Видите, сколько зелени, сразу яйца, помидоры домашние. Соль молотят. Апельсины какие красивые. Не, ну я же апельсины, наверное, на своем буду брать. Я не взяла с собой тачанки, я сейчас не из дому. Помидоры по 5. Так, костры. Вот полили, смотрите, целый пучок петрушки, это шикелят. Кызым, это Дося, ну типа, ты что, так, чтобы я ж купила точно. О, так, бананы подорожали, 8,50, были по 8, клубника 6 за полкилограмма, 4,50. Грибы еще есть, не буду брать. Вот орешки. 3 орешка для Золушки. А почему не пишут цены? Смотрите, цены артисты. Такие орешки. Не знаю, мне тут они нравятся. Оно легкое. Ой, что-то пахнет. А, это они орехи опять жарят. Вот очень пахнет. Да. Обувь. Некадар, а якобы? А якобы некадар? По 10 лир. Выбирайте, всяких хочется. Я понимаю, что вы на чершембе привыкли к 5 лир, но тут 10. Ол надо, Айне? Но не, эти, наверное, тоже 10. Айне? А, эти 25, потому что это кожа. Ну, тут мужское в основном. Опять пошли приправы. Вот, вы мне спрашивали цену за приправы. 35. Ну, красный перец, понятно. Сумак, не знаю, что это на нашем, по нашему как. Карри. 3. Чего? 3. Что? 6. Это за 100 грамм? 7, 8. Да, за 100 грамм. Это кокосовая стружка 6. Это нараба. Хатми, чичи. Хатми. Я не знаю, что это за цветочки. 100 грамм, 10 лир. Торщин, кариса, 9 лир. Вот я думаю, вам по названию не надо говорить. Шафран. Бугерчик на шафран? Шафран. Шафран. Да, шафран 25. Если он настоящий, мне кажется, это не настоящий. Настоящий темнее. Ну, есть и такой, и такой. Так, это арка-то по папке палан давар. Насыл? По папке давар, арка-да. А вон ромашка тоже не продают. Некадар по папке? По папке некадар, мими? Это... 100 грамм. Ромашка 100 грамм, 10 лир. А вот цветы, наркоз, гранат, 3,5 лиры. Доматы с курусу. А, какие помидоры, представляете? 6 лир. 10-4. Мавик хаш-хаш. Это голубой мак. Да, вот смотрите, реально это по-турецки гетен тухуму. Я забыла, как это по-нашему. Короче, 2 лиры за 100 грамм. Я думаю, вы понимаете. Но мак, конечно, Ой, забыла, как они на нашем шикеле. Тадына да бак, böyle bir test. Biliyorum, biliyorum. Ben onu biliyorum. Ben sadece Rusya unuttum nasıl. Kalp damar rahatsızlıklarına iyi geliyor bu. Это если ya buna сердцем. Her gün böyle bir tatlı kaşığı yediğiniz zaman kalp damarlarına birebirdir. Он говорит, если каждый день будете по ложке есть вот этих семян, то для сердца, для проходимости сердца очень хорошо. Да, вот такие приправы. То есть тут, я так понимаю, тоже 3,5. Да, сумак 3,5. Сумак дается в некоторые салаты, но я на русском не знаю, как это будет. Вафельки тоже продают. А вот орехи 36 за килограмм, 34. Bunlar sizin orada daha ucuz abla. Везде? Evet, sizde daha ucuz. Он говорит, что у нас они подешевле. О, смотрите, как хорошо здесь цены. Если вам все сразу покажу. Вот, лебле бин, 18 лир, но оно легкое. Sizin orada 80 cent. 1 dolar bile ne değil yani 80 da. Sen. Gerçekten hatırlamıyorum. Tak, вот эти орешки 90 lir. Ого. Чипсы 25. Kavurga. Kavurga bu mısır değil mi? Kavurga. Mısır değil mi? Evet, yağsız ve tuzsuz olan o. Tuzsuz. Evet. Это без соли. Test edebilirsiniz. Без соли и без масла это кукуруза 20 lir. Ya yok ve tuz yok. A ne için o? Yiyorsunuz böyle.
Он говорит, ну так, я говорю, зачем? Без соли? Только bu şekilde kavrulmuş bu. А, как семечки. Нормально, bildiğimiz мысыр, ama kavrulmuşu. Yağ ve tuz yok. Şu yağlı. А вот это? Baharatlısı bu, yağlı yok, ve tuzlu. Yok, bugün yağ olmaz, Uruç. Bugün yağ olmaz. Teşekkürler. Видите, столько всего, мамочка. Представляете, семечки 50 лир. Я не знаю, сколько у нас. Такие по 22. Такие по 40. Не фарк идёт, бак, бу 40, бу 50. Дага мы буюк му? Бу дубля боя. А, это, ну, два раза больше. Бу кичи. Это маленькие, поэтому цена. Шеле дага рахат гезикёр. Угу. Вот, поэтому так. Да, тусус, слышите, это без соли. Тусус, сузи. Я вам объясняла, без соли. Вон он упадал, а? А без в конце. Это тузу с солью по 25 лир. Изюм 25. Кан это, ну, кровь вообще для крови, наверное, хорошая. Не знаю, что это за изюм. Смотрите, какой большой изюм. Я только сейчас зашла. 40 лир. Инжир по 40 и по 45 тоже, наверное, от величины. По 30 лир, по 70 лир орешки. Этот, на солнце высохшее. 40 лир. Бу кайсы, Малатья кайсы. Малатья, из Малатья этим. Куда? Да, мне да, что такое, но тоже то же самое. Курма. То есть вам видно цены? Будете знать. У нас дешевле, у них дешевле. Не знаю, не могу сравнить. И вот колготочки 5 лет. Потому что сейчас распродажа уже идет. Что осталось, то осталось. А так они в сезон по 10 были. Да. 6 пар 10 лир. Носочки. Не надо носочки. Олнар сады же буюк мы? 3 пары. 5 пар 10 лир. 5... это одни 5 лир. Это колготки. Эти прозрачные. Называется 4 штуки. 10 лир. Все, пошли крупы. Ой, я вам сейчас еще и крупы посниму. Смотрите, сразу вам будет все видно. Вот такой плов. Османчик называется. 6,50. Фасоль 17 лир. Ири, ярма, чорбалык. Это на суп идет. А что? Не знаю, по 5 лир. Пшеница 5 лир. Evet, dur efendim. İnce yarma. Это teşekkür ederim. Это вообще для котлет используется. Yok, gayet güzel. Kuruyor canım. Islanınca kabarır. Ne kadar istersen söyleyin. Şifriye. Valla ben buradan ne aldıysam memnun kaldım. Bu şişme tam kırışın bak. Petli. Bunu dahi gel buradan. Bu teçi putri nasıl? Komşu çok güzel bu. Bulgur po 5 lir. Bak sana da ben çekeyim. Po 5 lir. Боже, мамочка, какие разные. Мерчина 9 lir. Tamam, Allah razı olsun. Ну вообще 9 лир килограмм это недорого. Сиза, сиза, чей, карабуда, гречка. А, не когда? 12. 12, 12 лир гречка, представляете? Вы не знаете, что мы гречку смотрим, я не видела у него. Маш, маш. А, это маш, это горох китайский. Тоже 12 лир. Главное, когда я была в Китае, я его не покупала. Потому что у нас не было на чем готовить. Вот вам видно цены. Мержимек еще 18 лир. 8, Юля, какие 8? Ну ты явно тоже эти цифры, я не понимаю. И макароны тоже продают. Мне кажется, я смотрю по мержимеку, что все-таки на базаре, наверное, дешевле. И сразу пошли мыльни за супа. Сразу возле кровь. Все вместе. Гранаты. О, надо бы до гранату, наверное, взять. А почем? Нарный кадар? На 8 лира. 8 лира? Çok güzel ama. Ama çok pahalı ama. Pahalı değil bence. Çünkü bitiyor, az olduğu için. Я говорю, почему 8 лир были? 5-4. Он говорит, ну потому что заканчивается. Чилек на кадар? Чилек 16. 16 лир за килограмм клубника. Ну такая же, конечно, прям. А что цены не пишут? Так, это у нас мандарины. Ну, мандарины, ну я вам не советовала. Hello. Ты шикля, хля. 3,50 апельсин. Лучше за 3,50 апельсин. Гель, бери, бери, гель. Ты шикля, чек сел. Так, морковка 2 лиры. Вы видите, морковка вообще не менялась. Может, потом будет дорожать. Ну, пока что капуста за килограмм 3 лиры. Порезали, обычно целиком продают. Мандарины.
полкилограмма клубники 6 лет, значит 12 будет килограмм. Ну, тут разные. А вот не кадар нар? Нар 5 лир, фенд. 5 лир, ну вот смотрите, 5 лир, а не 8. Все, оливки. Пошло валом оливок, сколько хотите. Буйрон, ваш ядерный. Тоже был доктор. Буйрон. Видно вам цены. То есть по-разному как-то приготовление идет. Разные закваски. Сыры. Отдельное видео о сырах у меня есть. Можете посмотреть. На Чаршембе снимала. Сейчас спробовать все равно не смогу. Потому что пост 2 лиры апельсинки. Вот такие все кисли. Видно по ним. Маленькие кислые. 5 лир. Ага. То есть видите, помидоры, огурцы в одну цену. 5 лир. В смысле, что такие дорогие? Они обычно по лире. Чикита мус, чикита. Чикита. Не кадар? А, все, 8,50. Ой, смотрите, это что? Я не видела, что вот так прям срывали. 30 лир за килограмм. О, авокадо. 10 лир. Это он теле биртанами? Тут 12. Ого. Где-то стоит этот, что я покупаю у него, только я не знаю, где он стоит. Все. 3 штуки 20 лир. Тут одна. Очень дорогие здесь авокадо. Что-то они так. Ну, это 5 штук на 10 лир, но это на чем? Чеснок 50 лир. Вы скоро все помните, будет за цену. Лучше, чем я. Слушайте, этот кукурузу до сих пор не могу. Стоит у меня. Так, 10 грибочки. 10 лир, ну так же. 12. Покажу, какие цены. Это масло. 45, да, там тоже так же. 40 лир. Вот разные, разные сыры. Вот этот, видите, вот я не очень люблю, конечно. 35, ну может кто-то любит. Что не хочешь, а? По 20 лир сыры, по 12 свежие. Ну те, что дешевле, это значит, они свежие, то есть они очень быстро будут портиться. Да, они свежие, но надо сразу съедать, много не наберешь. 5 сухофруктов. Мамочка, я когда-то раньше не замечала, что прям столько сухофруктов и орехов. Так, сейчас мы дойдем. Вот еще брокколи пошло. Брокколи я тогда брала. Они поднимают мужской гормон. Я перестала брать. Эстроген, да? Нет, тестостерон. Я всегда путаю. Эстроген, тестостерон. Вот. Ой, слушайте, смотрите. Эти. Это горох. Свежий горох? Сейчас? По 10 лир за килограмм. А вот смотрите, вообще за 4 лиры. Гранаты. Сейчас все попробую. О, нет. Они уже все. Они уже перезрели. Они даже горькие. Их даже продавать нельзя. По 2 лиры, свекла. Вот все по 2 лиры. Хлоп симонус и все по 2 лиры. Опять сыр. Я поняла. Фрукты, сыр. Сыр, фрукты. Фрукты, сыр. По 4 лиры. Зелень. Забыла, как она называется. Я вам сказала зелень. А вот петрушка. Сученый называется. Редисочка. Вот как это будет по-турецки редиска. В смысле наша редиска именно. Потому что маленькая. Ниже обычно большая редиска. Это было как... Некогда? 4 тане 20. 4 штучки. Будь 4 тане. 4 штучки 20. И вот эти что 4 штучки? 4 тане 20. Смотрите, 4 штучки 20 лир. А это 3 штучки 20 лир. Забыла опять, как они называются. Турча нас или сим? Турча. Энгинар. Энгинар, энгинар, да. Сидя артишок? Артишок, артишок. Вот видите, подсказал мне. Ну, слушайте, дорого. Я не скажу, что я сильно обожала артишоки. Я, да, вы мне говорили, что они очень полезны, я помню. Имбирь когда? Имбирь когда? Имбирь 20 лир. 50 лир. А за зенджифит? Смотрите, это тупынак, по-моему, да? Так называется земляная...
груша или как это по-нашему? Смотрите, он говорит, это не зенчифиль, это земляная, как это, груша, или как по-нашему называется? Тупынак, по-моему, нет? Я слово придумала, я говорю, я же не буду брать, он говорит, подожди, я попробую, ну давай. У меня на груди когда-то такое росло. Эльма. Они называют это земляным яблоком. Похоже на кочан с капустой. Ну да. Яр эльмасы. Это да? 8 лир. Это 8 лир. Это яр эльмасы, перевожу дословно, земляное яблоко. А зенджифиль, он и когда? Зенджифиль 50 кило. 50 лир за имбирь. Это же удар. Так, рыба. Пока не кричат, я вас спрошу. Некогда? 15 лир. Хамсин? Он некогда? 20 лир. Я думаю, что это... Будет ирми, дыма? 15. Это тоже 15. Интересно, да? И вот такая рыба. О, креветки! Он нарнасы. Карадис. Да, карадис некогда. Карадис некогда. Аккуратно, миденде калсын. 40 лир. 40 лир. 1 килограмм 40 лир. 40 лир. Балык не когда? Bunlar 20 лир. 20 лир. Bunlar 20, bunlar 35. 35. Çok teşekkürler. O ne kadar? Zargana ne kadar? Bak bunda çıkar zargana 50. Вот эти 50. Вот клубникам. О, самый дешевле. Нарабала. Hoş bulduk. Güzel mi çile? Ya o kadar bakıyorum, seni hiç göremiyorum şeyde. Evet, ben çok zaman gelmedim. Aa, çok teşekkürler. Şimdi deneyeceğiz. Сейчас попробуем. Julia Homeo, hoş geldiniz. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Bir kilo. Çay içer misiniz? Yok yok, teşekkürler. Sağ olun. Onuracağım. Ne istiyorum, çayım da koyalım. Kilo. Tamam. Rusya, Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya, hepsine selam. Tamam. Всем передал привет. Всем из России, Молдавии, Украина. Всем передал. Видите, уже у нас морковка. Вот получилось вот такой 10 лир. Уже морковка нас угостили, но чай не захотел, вот у нас тебе морковку. Antalya'da renk katan Rus arkadaşlar. Çay. Antalya. Çay. Öncelikle terbiyeye gelmekle şeref verdiniz. Да, тоже все по 2 лиры. Вот лук по рубль 50. Черная морковка, помните? Некогда всех хавуч. Я забыла. Некогда всех хавуч. 4 лиры. 4 лиры. Ну я не знаю, или сами можно готовить. Вен сурюрум. Он нартинди эвде я побелир мы? Шалган? Эвет, шалган. Эвет, чо басит. Герчетен? Бак, 1 кило алиорсун. Тамам. 1 kiloya 5 litre su hazırlıyorsun. 5 litre. Evet. Bunu ince soyuyorsun. Aha. Dikine 4'e 5'e bölüyorsun. Aha. Bidona atıyorsun. İçine biraz limon tuzu, biraz kaya tuzu katıyorsun damak tadına göre. Aha. Ondan sonra bir su bardağı ince köftelik bulgur. Dur yavaş. Смотрите. Dur ben unutacağım. Dur. Значит, 5 литра воды берёте. Вот это килограмм. Очищаете, разрезаете. Разрезаете в 4-5 местах, закладываете в эту воду. Потом добавляете лимон. Лимон кач. Лимон, тузу, кая тузу damak tadına göre az koyuyorsun. Az koyuyorsun. Bir kaşık mı? Çay kaşık bir tane. Одну ложку чайную лимонной этой соли, как бы, ну, лимонной кислоты, потом каменной соли, туз анадым, каяр. Bir su bardağı и одна ince köftelik bulgur kısır için. Один стакан булгура очень мелкого. Кысы бу küçük. Küçük bulgur, evet. Маленький. Onu bir tülbent, şu tülbent var ya, mavi. Onun gibi bir şeye sar, içine koy. 2 diş sarımsak. Dur. Вот в такой шарфик заматывать. Обязательно голубые. Обязательно. В другой нельзя. Вот этот булгур туда сажайте. Ve sonra bulgurdan sonra ne dedin? Bulguru tülbentle sarıyorsun, içine koyuyorsun. 3 haftada şalgamın hazır. Yok, başka bir şey söyledim. Bulgurdan sonra.
tülbent, tülbent, bulgur. Bulguru tülbentten sarıyorsun. Tülbentten sarıyor, içine dağılmasın diye. Sonra 3 haftada 2 dişle sarımsak koyuyorsun. Вот сарымсак и 2 зубочка чеснока ложите. Вот это вы замотали, ну, ткань булгур положили, чесночок и 3 хафтамы. 3 haftada şalgamınız hazır. И 3 недели ждёте, чтобы приготовить шалгам. Знаете что, я пойду и просто куплю шалгам. Честно, не буду замораживаться. Не, ну он вкусный. Ама бучок аджи, деме? Бу аджи улуйо. Бу татлыдыр. Аджи стюйсан экстрадан аджи кырмызы бивер ичине койосу. Ага, это тогда получается сладкий шалгам. Ну как, нормальный шалгам. Он не бывает сладким. Но если хотите еще, чтобы он был острый, тогда добавляйте экстра еще перец. Там вам что-то шикле. Что-то опять хотите. Мы, я не веду сегодня ведь. Рассказчики, понимаете? Рассказчики. Ve bu güzel Antalya'mıza ne kadar kilo? Ne güzel. Gelip renk katlılığı için ayrıca sizlere teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Siz de çok teşekkürler anlatmak ne için. Demek? Çok sağ olun. Saygılar kendinize bak. Teşekkürler. Поблагодарить за то, что я захожу к ним. Вот. Показываю вам их, поблагодарим. Ну, такие хорошие ребята здесь. Киви 8 лир. Вот я, кстати, не знала, почему киви 8 лир. Горох. Слушайте, горох появился. Я в шоке. А это не горох. Или тоже горох. Он не когда? Кач? 10 лир, 10 лир, 10 лир. Это же этот, ой, очень вкусное с яйцом делают это. Вкусно, вкусно. Вкусно? Bunu yediği zaman ne Parkinson olur, ne Alzheimer. Вот, да, никакой этой болезни не будет. Я, короче, забыла болезнь, как называется. Вот это курица домашняя, домашняя. Сушеные баклажаны, сушеный перец. Это, наверное, острый. Аджи, диме? Бу аджи ме? Аджи. Для кадару? 15. 15 лир, вот такая полосочка. Вот смотрите, дали мне эту морку. Ну, а, вот. Вот такая одна, 15 лир. Повисала себе на шею. Сейчас, кстати, моду видели. Вот такой же, только с чеснока. Я вам, если найду эту фотку, я вам покажу. Да, это новый тренд такой, такая мода. Чеснок вешают. А вы перец будете. Так, ананас у нас 12 лир. Он и бертан ананас, да? Да. Не разрезают, сок наливают. И все. Видите, киви. YouTube там. Киви есть. Джулиана Хоум. 10 лир и 8 лир. Тоже за 10. Бананы. Музыка. Беру ерунду дукус. Да, тут большой. 3 лиры. Помидоры. Так, мы чувствую, уже до конца дошли с вами. 6 лир перец, а этот 5. О, этот сладкий. Ой, какой тяжелый. Слушайте, тут 3 перчины уже килограмм. Вот это капусточка. Кэревис. Ой, смотрите, а что это он такой маленький? Махненький такой. Надо морку спрятать. Скажу, ой, эти большие. Он никогда? Никогда? 5 лир такие большие. О, 8 лир. Один. Ой, мягкий какой, мамочка. Витамин. Да, витамин. Чуть-чуть, конечно, 8 лир даже. Витамин, витамин. Угу. Да. Все, мы почти до конца дошли. Если обзор базара вам нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Может, кого-то интересует цена на какие-то другие продукты, а я пропустила, тогда пишите. Сниму. Все, мы вот.